Добрый день, Лев Маркович. Спасибо за ваше время. Добрый день, Олег. Лев Маркович, если позволите, сразу приступим к вопросам. Итак, последние новости по Москве. По данным ОВД-Инфо, в Москве полицейские с 17 августа начали приходить к людям, чьи личные данные оказались в базах сайтов умного голосования. На данный момент известно о более чем 300 таких случаях. Лев Маркович, почему система никак не успокоится хотя бы за месяц до выборов? Система не успокаивается именно потому, что подошли выборы. Потому что система, власть боится этих выборов. Власть знает, что в течение 25 лет, начиная с президентских выборов 96 года, в нашей стране не было ни одной честной федеральной избирательной кампании. То есть все те люди, которые приходили к власти, фактически путем лжи и насилия, они получали власть с помощью лжи и насилия. И чем больше массив лжи и насилия, тем более насильственная и лживая власть получается. Сейчас под нынешней российской властью нет ничего, кроме лжи и насилия. Просто ничего. По большому счету, это колосс на глиняных ногах. Это действительно так. И любое движение сопротивления, любое проявление инакомыслия, любые люди, которые открыто заявляют, что придерживаются другой политической позиции, не поддерживают действующую власть, выступают против политики Владимира Путина, категорически не намерены голосовать за партию «Единая Россия». Любое открытое проявление инакомыслия вызывает у властей паническую реакцию, и в ситуации созданного полицейского государства власть реагирует именно как полицейское государство. Оно подавляет эти очаги инакомыслия, считая, что главная ее задача – это испугать людей. Даже на два шага вперед, даже на один шаг вперед после того, как испугать людей, власти не думают, они полагают, что испуганный человек либо что-то не будет делать, либо будет делать то, что ему прикажут. То есть это очень примитивное устройство власти, это очень жесткое и примитивное реагирование на общественные возмущения. Оно может привести только к усилению общественного возмущения, вне зависимости от того, будет ли это выражаться открыто на улицах, или это останется внутри людей. Но совершенно очевидно, что точечная персональная реакция – это попытка выдавить из политической жизни наиболее активных людей – и политиков, и избирателей. В таком случае, неужели власть не понимает, что она наоборот обостряет ситуацию, и количество сторонников оппозиционных сил по итогам этих действий только возрастает? Мы сейчас имеем дело с властью удивительного свойства. Эти люди не хотят читать историю. Они хотят писать историю. Потом они хотят писать эту историю топором. Вот так. Топор есть в руках, почему не написать историю топором? И это опасно для всех. Это опасно для общества. Это опасно для самих властей. Потому что внутри этой крепости, осажденной крепости, есть очень разные люди. И абсолютному большинству из них ни война метафорическая, ни война гражданская, ни тем более война горячая не нужна. Люди боятся войны, люди боятся крови, люди боятся за свою жизнь, люди боятся за безопасность своих родных. Я знаю очень многих государственных служащих, которые с ужасом смотрят на то, что происходит с государством, в том числе сотрудников силовых структур. Поэтому те люди, которые сейчас принимают политические решения, это высокопоставленные сотрудники силовых структур, которые получили карт-бланш на принятие политических решений. Это еще не все заметили, но об этом нужно говорить как можно больше и как можно чаще. Сейчас на наших глазах, в нашей стране, происходит фактическая передача политической власти силовым структурам. Это происходит впервые с середины 1950-х годов. Никита Сергеевич Хрущев не только выступил с героическим докладом на 20-м съезде КПСС, где развенчал культ Сталина, он поставил силовые структуры, в частности КГБ и Министерство внутренних дел, под контроль партии КПСС, но под контроль политических властей. Он дал понять, что ни одно принципиальное политическое решение не может и не будет приниматься силовыми структурами. Важнейшая вещь, которую в 1956 году, сразу после 20-го съезда партии, сделал Никита Сергеевич Хрущев. Он поставил силовые структуры, то есть КГБ и МВД, под политический контроль. Да, под контроль КПСС. Но ни одно принципиальное решение, в том числе персональное, не могло быть принято без политического решения. То есть все силовые структуры, репрессивные структуры знали, для того, чтобы произвести некое действие, силовое действие по отношению к гражданину, нужно было получить решение политического органа. Начиная с гражданской войны, со времени большого террора, начатого Лениным,
силовые структуры были поставлены выше политических структур. Репрессии против членов Политбюро ЦК КПСС были бы абсолютно невозможны, если силовые структуры не получили бы сначала от Ленина и затем в большей степени от Сталина право принимать решения, не получая предварительное согласие высших партийных органов. И этот кошмар длился до момента развенчания культа личности Сталина. И с 1956 года до 2021 года политическая власть в нашей стране принадлежала политикам, разным политикам. В советское время монопольным политикам, в постсоветское время разным политикам, но сначала политические решения, а потом силовые решения. И именно в 2021 году у нас стала меняться система государственной власти, когда силовые структуры получили де-факто, без каких бы то ни было законных оснований, этого нет даже в Конституции, которую сломали в прошлом году, получили политическую власть. Это важнейшее политическое событие 2021 года. Отчасти это следствие протестов января, февраля и апреля этого года. Отчасти это следствие изменения психологии Владимира Путина, который в последние годы все больше и больше доверяет сотрудникам силовых структур и не доверяет сотрудникам гражданских структур. Это сломало всю внутреннюю политику в нашей стране. Выборы сейчас, по сути, организуются спецслужбами, и они проводятся как спецоперация. И гражданские политики, демократические политики, в первую очередь политики, главной ценностью для которых является свобода, должны предупреждать российское общество о том, что происходит кардинальное изменение всей системы государственной власти в стране. Власть де-факто передана силовым структурам. Это событие, которое может иметь самые долгосрочные последствия, потому что именно так, именно после этого перемещения начинались общероссийские сталинские репрессии и до этого ленинские репрессии. Это те обстоятельства, которые создали возможность для издания приказа наркома НКВД Ежова, приказа 2047, после которого были объявлены, в составе которого были объявлены списки, плановые списки и будущих убитых, и будущих посаженных по первой категории расстрел. Столько-то сотен, либо тысяч человек. Во второй категории тюрьма и ссылка, столько-то тысяч человек. Ни одно имя не было указано в этом приказе. Это были плановые списки массовых казней. Так начинались репрессии. И этот приказ не был документом Политбюро. Это был приказ наркома внутренних дел, который сам потом через несколько лет был репрессирован и расстрелян. Вот эта машина самовоспроизводящегося насилия, она сейчас возвращается в нашу страну. Впервые с середины 50-х годов 20 века. Об этом должны говорить политики, об этом нужно говорить в лицо Путину, хотя я сомневаюсь, чтобы он не понимал то, что он делает. Об этом нужно говорить в средствах массовой информации, об этом нужно говорить всем участникам выборов. Потому что то, что сейчас происходит с выборами депутатов Государственной Думы, это спецоперация, которая по своему содержанию означает попытку селективного, чрезвычайно агрессивного и жесткого отбора политиков, присутствие которых в Государственной Думе ничего не будет значить. Вот о чем сейчас идет речь. Получается, что у нас среди силовиков практически отсутствуют здравомыслящие офицеры, генералы, управленцы. Это не так. Это не так. Но главное направление развития государства сейчас заключается в том, что вне зависимости от уровня знаний, профессии, опыта, люди, находящиеся на вершинах силовой структуры, получили право принимать политические решения. Это невозможно и недопустимо ни в одном цивилизованном государстве. Это может быть гениальный начальник Федеральной службы безопасности, но не имеет права принимать политические решения. Это может быть идеальный полицейский, генерал, стоящий во главе Министерства внутренних дел, но он не имеет права принимать политические решения. Это может быть великолепный специалист по проведению спецопераций во главе Росгвардии, без относительных фамилий, но не имеет права принимать политические решения. Цивилизованное гражданское государство никогда не предоставляет силовикам право принятия политических решений. У них другая профессия, у них другое предназначение. Более того, без гражданского и политического контроля над силовиками невозможен гражданский мир в стране. Эти люди мыслят другими категориями. Это военизированные люди. Это люди, которые в любом окружении, даже ближайшем, видят врагов, шпионов, агентов. Вот они вылезают в законодательство. Мы же сейчас получаем законодательство военного времени. Что такое закон об иностранных агентах, закон об иностранных о нежелательных организациях, о лицах, аффилированных с иностранными агентами, о лицах, причастных к деятельности нежелательных или экстремистских организаций?
Это закон о благах народа. Ну, сейчас голос признают незарегистрированный. То есть еще какая-то категория появилась? Появилась категория. Буквально вчера Министерство юстиции объявило не имеющие регистрации общественное движение «Голос». Это движение общественного наблюдения за выборами. До этого они признали некоммерческую организацию «Голос» иностранным агентом. Это никоим образом не повлияло на действие движения «Голос», потому что это правозащитное движение для контроля за выборами. Вчера появилась удивительная, даже для нынешних времен, запись на сайте Министерства юстиции, что это движение, у которого нет юридического лица, то есть нет счета, нет реквизитов, нет никакой организации, якобы получило пожертвование гражданки Армении. Извиняюсь, на какой счет оно получило? От кого получило? Это, может быть, Маргарита Симонян так развивает свою псевдожурналистику? То есть мы можем сидеть в беседке на лавочке, и нас могут признать? Кого угодно. Кого угодно. Те законы, которые сейчас применяются полицией в отношении к людям, которые делали пожертвования, признанным только что экстремистским, фонду борьбы с коррупцией, или которые приняли участие в протестных акциях, это превентивное лишение избирательных прав по минимальным подсчетам сотен тысяч людей. Так и первые плановые репрессии начинались не с миллионов, начинались с сотен тысяч. И это была ползучая репрессия. Сегодня репрессии, завтра нужно куда-то девать осужденных, оставлять их в местах цивилизованной жизни. Вроде как невозможно, они же не согласны. Значит, их нужно изолировать. Вот наше возвращение в ГУЛАГ. Посмотрите, до сих пор нет ни одного принципиального политического решения. Это после 20-го съезда КПСС. Кроме постановления Верховного Совета о жертвах политических репрессий, достаточно умеренного, которое было принято сразу в постсоветское время, так и не появилось ни одного судебного решения, осуждающего репрессии. Ни одного. Ни на одном заседании Верховного Суда не ставился вопрос о юридической оценке политических репрессий, когда были бы названы имена, виновные, и это не вопрос вынесения уголовного наказания. Это вопрос политико-правовой оценки, который должен давать Верховный суд, возможно, совместно с Конституционным судом. И за все 30 постсоветских лет, сегодня 30 лет, 19 августа, 30 лет Путина, за все эти 30 лет ни Борис Николаевич Ельцин, ни Владимир Владимирович Путин, ни нечаянно оказавшийся в этом кресле Дмитрий Анатольевич Медведев не сделали важнейшего действия по десоветизации, дебольшевизации, десталинизации и делелинизации государственной власти в России. Это решение высшего суда о признании преступной практики большевизма. Поэтому большевизм вылезает буквально как из-под пули, и он становится мейнстримом. Это сейчас становится генеральным путем развития государства. Это показывает, что государство пошло в разнос. Это показывает слабость государства. Это показывает неготовность государства, и даже неготовность, нежелание вести какой бы то ни было политический диалог. Категорически. Эти люди намерены только диктовать. Это и есть диктатура. Диктатура – это когда один диктует, а остальные подчиняются. И в этих условиях им нужно провести выборы, на которых совершенно очевидно, партия Владимира Путина, Единая Россия, не имеет политического большинства. Не имеет и все. Они могут его выжимать из всех мясорубок. Они могут кричать, что те, кто не голосует за Путина, те враги России. Они могут говорить о том, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Они могут говорить все, что угодно. Люди не будут, не хотят голосовать за партию, которая за 20 лет не сделала для страны ничего, кроме как сидела у власти и хочет продолжать сидеть у власти и кормиться. Нынешняя система власти в России состоит из двух средневековых систем. Средневековых. Первое – это наместничество, когда царь посылает наместника в губернский город, а до этого в центр княжества. И второе – это кормление, когда чиновника, посаженного на соответствующее место, чиновнику дают понять, что ты можешь покушать вокруг себя. Собери себе мешочек на безбедную жизнь. И собирают. Вот возвращение, или, скажем так, реинкарнация в 21 веке методов государственного управления средневековья показывает, куда провалилась нынешняя власть. Лев Маркович, будет ли первая отставка какого-либо генерала из какой-либо силовой структуры по идейным соображениям, по несогласию с действующим режимом? Таких людей там нет сейчас, высокопоставленных среди первых лиц. Но совершенно очевидно, и некоторые отголоски доносятся, есть высокопоставленные офицеры силовых структур, которые выходят на пенсию при первой возможности. Но они при этом не делают никаких политических заявлений. Они просто дожидаются возможности уйти легально и под благовидными предлогами, как правило, состояние здоровья, либо своих, либо близких, уходят, потому что не хотят главного, самого страшного. Они не хотят запятнать себя кровью. И это людей страшит.
То есть люди не хотят совершить преступление, за которое бесспорно последует уголовное наказание рано или поздно. Вот дойти до этого они не хотят. Совершить личное уголовное преступление не хотят. Лично отдавать приказы о казнях не хотят. И это показывает плохие предчувствия, которые существуют внутри политической элиты. Вероятность таких именно сценариев жестких, она существует, на ваш взгляд? Они их обсуждают. Это не означает то, что завтра будет принято решение, но если перед ними встанет вопрос, их власть или наша кровь, они выберут свою власть. Это очевидно. У нас получается, немножко возвращаясь назад, у нас получается, что Старая площадь абсолютно утратила свои позиции на сегодня. Не полностью, но в значительной степени. Люди, которые занимались, как они полагали, цивилизованной гражданской политикой, теперь уступили фактически место внутренним политикам в штатском или внутренним политикам, которые даже не носят штатские костюмы, а носят форму. И это большая угроза для самой стабильности государства, потому что всегда все, что касалось внутренней политики, последние 25 лет регулировалось администрацией, подчиненной президенту. Так было установлено при Ельцине, так было при Путине, так было при Медведеве, дробь Путине, и так снова при Путине. И считалось, что эта территория неприкосновенна, что на этой территории принимаются решения, исходя из политических соображений. И при принятии этих решений уголовно-правовая составляющая отсутствует. Теперь иначе. Притом, очень важно, никто не знает, где проходит граница. Где заканчиваются земли вот этой внутренней политики, и начинаются земли, как говорят они, поляна другой политики. Эти ребята приходят на любую поляну и говорят: о, мы тут поселимся. Что у вас здесь? Кто у вас здесь? А дайте-ка мы проведем селекцию на этой поляне. Что-то у вас тут развелось разных, разнообразных. И это показывает отсутствие на самом деле системы управления, потому что это казусные решения, это персональные списки, это отсутствие системы принятия решений. Вот просто есть сбор информации о политических противниках и инакомыслящих. О, сегодня пришла информация из Тьмы-Таракани. Заносим информацию из Тьмы-Таракани. А сегодня принесли донос оттуда. Подходит нам, все подходит. У них же план. Так же, как во время репрессий, у них план. И это означает то, что чем выше цифра этого безумия, тем лучше, потому что дальше поклоны, дальше блага, дальше доказательство того, что система востребует именно такой тип политиков, получается, людей, принимающих решения. В этой ситуации гражданское общество оказывается перед очень серьезным вызовом. Или мы прямо говорим об этом, то есть прямо говорим о захвате политической власти силовиками и извещаем об этом страну, и показываем этим людям, что мы все видим, что мы все понимаем, что происходит. И мы предупреждаем общество. Вот сейчас, как никогда, актуальна фраза Юлиуса Фучика: «Люди, я люблю вас, будьте бдительны». Мы возвращаемся в такую ситуацию. Это не прямая параллель с 30-ми годами и с 37-м годом, не прямая. Но механика зарождения диктатуры, такой формы, радикальной диктатуры, тоталитарного государства, не изменилась, потому что это механика власти. Используются именно такие шестеренки. Почему такие копии ломаются вокруг Государственной Думы, которая по большому счету почти не осталась полномочий? Там есть одно важнейшее полномочие. Оно называется парламентская трибуна. Каждый депутат из 450 может выступить и сказать: я кусочек государственной власти. Вот нас 450, но я депутат. У меня есть избиратели. Если это депутат по единому списку, то, соответственно, там за его спиной миллион избирателей. Если депутат в одномандатном округе, за его спиной десятки тысяч избирателей. По некоторым округам, возможно, свыше 100 тысяч. Депутат встает и говорит: мои избиратели считают так. И я от их имени говорю так. И ничего с этим невозможно сделать. И тогда не будет единогласия и единомыслия. А в этой Думе нынешней власти России политические дробь силовые хотели бы видеть единогласие и единомыслие, чтобы при каждом принципиальном решении, возможно, критичном, можно было сказать им: посмотрите, никто не выступит против, все за, все поддерживают. То же самое, что было при принятии путинских поправок к Конституции. Никто не против, парламент поддержал единогласно. И тогда все те, кто против, в народе, в стране, в обществе, чувствуют себя изгоями, чувствуют себя лишними людьми. Значит, получается, этот парламент нас не представляет, он нас на самом деле не представляет. Главная интрига этих выборов – появятся ли в Государственной Думе политики, которые будут представлять вот этих несогласных граждан,
и вести цивилизованную политику. Это главный вопрос этих выборов. Там есть еще один вопрос, сколько, но когда сегодня ноль, то плюс один – это существенно больше нуля. А плюс 10 – это просто переход в другую политическую категорию. Нельзя допустить того, чтобы все шестеренки, все жернова государственного механизма вращались только в одну сторону, в сторону репрессий. Нужно показывать, что есть другая шестеренка. Потому что с ней что будет происходить по закону механического сбоя? Она будет искрить. Она будет заметна. Вот таковы наши задачи в этих выборах. Лев Маркович, как раз-таки вы затронули вопрос о единогласном принятии предполагаемых законов Государственной Думы. На ваш взгляд, какие первоочередные законы в случае удачного для них исхода выборов они могут принимать? Я могу сказать, в каком направлении они будут двигаться. Не могу перечислить конкретные законы, но могу сказать направление. Это будут законы в сторону политических репрессий. Это будут законы в сторону ограничения и пассивных, и активных избирательных прав. Не только право быть избранным, но и право голосовать. Это могут быть законы, которые ограничат доступ таких людей к государственной муниципальной службе. Не просто невозможность избраться, но невозможность быть принятым на государственную муниципальную службу. Это могут быть законы о депортации. Это могут быть законы о закрытии СМИ без судебного решения. Это могут быть законы, которые сейчас даже на фоне нынешнего законодательства непредставимы, но это будет закон, будут законы в сторону полной зачистки политического поля, чтобы президентская кампания 2024 года прошла просто в оглушительной тишине. Просто в такой тишине, в которой сквозь асфальт не пробьется ничто. И это программа на несколько лет. То есть это не только события просто ближайшего времени. После того, когда будет избран этот состав Государственной Думы, этот пакет закона будет уточняться, расширяться, углубляться. И я думаю, что осенью он поступит в парламент. Но от того, что будет внесено в парламент, зависит, точнее наоборот, то, что будет внесено в парламент, зависит от того, как завершатся эти выборы. Если в составе Государственной Думы будет принципиальная демократическая оппозиция, и будет понятно, что при этих людях тихо не пройдет, что все оставшиеся живые, полуживые, российские, иностранные, аффилированные и прочие СМИ будут говорить об этом безобразии. И у несогласных людей будут свои представители в парламенте, которые будут об этом говорить с парламентской трибуны и заявлять, что это беззаконие, безумие и бесправие. Это может их остановить. Они очень боятся публичного возражения, очень боятся. Поэтому им нужна тишина. В первую очередь в парламенте. Маркович, не секрет, что и к муниципальным депутатам, и к депутатам федерального уровня сначала ищут подходы. Подходы совершенно разные. Вот, начиная от запугивания, заканчивая подкупом. А не получится ли так, что да, цена возрастет, но все-таки люди спасуют. Если их и не купят, то их смогут запугать. И они примут условия. Это решает каждый для себя сам. Вот у меня счастливая политическая судьба. Меня ни разу не пугали, ни разу не покупали. Потому что заранее было известно, что бесполезно и, кроме того, опасно. Если кто-либо ко мне подойдет с таким вопросом, они же понимают, что я через час об этом скажу всем о подобном безобразии. Поэтому даже не подходили. Я 10 лет депутат с 2011 года. До этого был политиком без депутатского статуса. Подобного рода предложений мне не поступало ни разу. Я думаю, что чем больше открытую, принципиальную, спокойную и уверенную позицию занимает политик, тем больше вероятность того, что к нему даже не подойдут. Это очень важно. То есть нужно вести себя так, чтобы у людей с той стороны даже не было иллюзий, даже не было надежд, даже не было предположений, что это можно как-то коррозировать. Должна быть позиция, не подлежащая коррозии. И тогда все понятно и все спокойно. По-моему, в 2014 году на вас было совершено нападение. Да. Вот этими методами они тоже могут воспользоваться. Могут. Против этого нет защиты. Могут. Любой политик, который сейчас выступает против политики Владимира Путина, может ожидать любых действий в отношении себя. Но при этом таким политикам крайне важно быть, если не безупречными, потому что это почти невозможно, то очень точными. Потому что точность заключается в том, что, сейчас скажу помягче, что они не могут сформулировать свои претензии. Чтобы если что-то случилось, чтобы сразу было понятно за что, и было понятно, что все сделано правильно. Вот просто в защиту человека.
И тогда будет понятно, за что. Но я никому не желаю таких испытаний, какие были в судьбе многих политиков, меня в том числе. Это не тот путь, по которому должна идти страна. Просто не тот путь. Потому что это южноафриканский путь и южноамериканский путь. Это очень плохая дорога. По ней мы не дойдем никуда к хорошему месту, тем более в ближайшее время. По этому пути желательно не идти. Но государство нынешнее всерьез рассматривает путь физических репрессий. Для них это не является непреодолимым, потому что внутренне, психологически, они переступили через кровь давно. Это для них не проблема. Другое дело, что у них есть, пока еще есть, некоторые желания выглядеть в определенном кругу не бандитами. Поэтому иногда они пытаются делать вид, что это государственные политические решения, принимаемые демократическим путем. Вот принимается безумный закон, он ограничивает права людей. Но посмотрите, его принял парламент, и все проголосовали за. Его одобрил Совет Федерации, его подписал президент, он опубликован, вступил в силу. Мы пришли в страну вот, в 21 веке, где законы перестали соответствовать праву. То есть законы стали неправовыми. Раньше люди понимали, слово «законно» означало, что правильно. А теперь слово «законно» не означает, что правильно. Потому что если закон не соответствует праву, то есть базовым правам и свободам человека, он становится неправильным, неправовым. И большая беда, когда в государстве происходят такие события. Это игра на внешнего зрителя? Это игра на всех. Это игра на те политические силы внутри элиты, которых пытаются успокоить. Смотрите, но мы еще не совсем людоеды. Вот мы еще не совсем людоеды. Мы могли бы вас кушать без соли и сахара, и вот этих всех. Но видите, мы как-то придаем легитимность процессу. У нас суды принимают решения. У нас есть процедура. Видите, у нас парламент, по которому ходят живые люди. И пока еще их не... У нас есть эхо Москвы и дочь. Это другая история. Это другая история, это то, что им необходимо для того, чтобы, во-первых, пускать пар, потому что это тоже представительство, и для того, чтобы самим находиться в цивилизованном поле. Потому что в эфире нет цивилизованных СМИ, о чем бы вы ни говорили, это будет выглядеть неприлично. А когда вы даже неприличные вещи, а это бывает время от времени, говорите в эфире приличные СМИ, то это выглядит не настолько отвязно, извините за такой слог. Вроде как, вот да, у меня такое мнение. Вот так. Но хочу сказать, в связи с парламентом. Парламент – особый институт. Парламент вот в нынешней системе власти – это единственный политический институт, способный быть противовесом и бесправию, и беззаконию. Сейчас это спящая дума. 450 кнопок. Они все настроены на одну волну. Но если увидеть этот парламент народным, соответствующим общественному мнению, вдруг выяснится, что эти кнопки имеют значение, что у них есть голос, что они могут говорить от имени избирателя. Вот все привыкли к слову «голос». Голос и голос. Не задумываются о его происхождении. А это Псковское, Новгородское, Тверское, Вече. Голосовали криком. Никто не считал. Голосовали криком. Кто за, и люди кричали «да». Вот этот крик раннего средневековья, он и перетек к слову «голос». Кто сильнее крикнет? Кто сильнее крикнет? Кто громче? Были люди, вот такие слухачи, которые измеряли силу крика, кто громче прокричал. Так вот, депутаты уездных и губернских дум в конце 19 века, когда было основано местное самоуправление и более того, земство, в широком смысле земство, дошедшее до губернского уровня, их называли гласными. А нынешние государственные думы – это сборище согласных. Они молчат, шипят и молчат, шипят и молчат. А нам нужно быть гласными. Мы тогда меняем всю структуру политической речи, всю структуру общения с людьми. Мы гласные. Вот им нужна дума согласных, а нам нужна дума гласных. Лев Маркович, как помочь людям преодолеть политическую апатию и усталость? Не сдаваться. Не сдаваться, не опускать руки. У людей должен быть пример перед глазами. Это бывает очень трудно, потому что политик тоже иногда ощущает вокруг себя безвоздушное пространство. Но это такая работа. Это такая профессия. Это очень серьезная история. Очень. Поэтому апатия от бессилия, когда у человека нет представителя, когда ему некому обратиться, когда перед глазами только истории поражений и капитуляции,
Вот нужно, чтобы эта печальная история разрывалась другими случаями, случаями побед. Победа воодушевляет, успех удваивает силы, достижения рождают новые достижения. Нельзя останавливаться, нельзя бояться. Это вообще это рецепт жизни. Не бойся, не останавливайся. Иначе ничего не будет. Лев Маркович, затронем немножко взаимоотношения нашей страны и Белоруссии. На ваш взгляд, чьи позиции более прочны на сегодня, Путина или Лукашенко? Путина. У него больше денег, у него больше силовиков, и он меньше зависит от внешних экономических факторов. А власть Лукашенко держится полностью на российских деньгах, российской нефти и на политической позиции Путина, что он признает Лукашенко таким, как он есть. Если бы не вмешательство, фактическое вмешательство Путина в августе 2020 года, когда он публично в 11 часов утра в понедельник поздравил Лукашенко с победой и таким образом поставил точки над «и», и пообещал, если что, военную помощь, и пообещал пропагандистскую помощь, и, что самое главное, прямую денежную помощь, по сути, безвозвратную, потому что все кредиты Беларуси – это деньги, да никуда, навсегда. Лукашенко удержался только благодаря этому. Если бы Россия не вмешивалась во внутреннюю политику Беларуси, и за спиной Лукашенко не было бы Путина, то в августе 2020 года в Беларуси сменилась бы власть. Или бы иначе посчитали голоса в Центризбиркоме белорусском, или бы Лукашенко признал возмущение народа и во избежание кровопролития, и во избежание суда над собой покинул власть и сдал полномочия Тихановскому. Но стоял Путин за спиной Лукашенко, Лукашенко стоял только поэтому. Он держится не своей силой. У него нет никакой собственной политической подъемной силы. Он сейчас самый ненавидимый за всю историю Беларуси политик. Его смерти желают миллионы людей. Просто, чтоб ты сдох. И до такого надо дожить. Я думаю, что в итоге это массовое пожелание совершится выполнением этого пожелания. Потому что ничего другого он не заслужил. Правда, здесь важная вещь. Многие люди в Беларуси понимают, что важен судебный процесс над Лукашенко. И не в Гааге, а в Минске. И чтобы на всех экранах, во всех городах он транслировался в режиме реального времени. И все белорусские СМИ, и государственные частные показывали бы этот суд. И там выступали бы обвинители, рассказывали про Пыткина, Окрестина, про убитых, казненных безвестным путем, про отряды боевиков, про гестапо, эстапо, как их стали называть, чтобы это было открыто. Это единственная прививка, которая может спасти Белоруссию как цивилизованную страну. Вообще то, что происходит в Беларуси, это ужас, это настоящий ужас. Это фашистская диктатура в центре Европы. Это произошло с одним из самых светлых народов, которые только есть в Европе. Николай Васильевич Гоголь говорил, белорус – это русский человек в идеальном выражении. В идеальном выражении. И, конечно, Беларусь этого не заслужила. Та катастрофа, которая случилась в Беларуси, это ведь тоже было помутнение мозгов народа. Это в 1994 году избирают колхозника, борющегося с коррупцией, а в итоге получают упыря и людоеда. Это очень серьезный опыт для Беларуси. Я очень надеюсь, что они это переживут. Я очень надеюсь, что любой следующий президент Беларуси произведет ревизию всего политического наследства Лукашенко. Но я очень хочу, чтобы состоялся суд Лукашенко и в широком понимании лукашизма. Это принципиально важно. Должно быть обнародовано, общеизвестно. И этого должны бояться те, кто сейчас совершает преступление. И это должен быть белорусский суд. Это принципиально. Как можно остановить маховик, который сейчас раскрутился и продолжает раскручиваться? Репрессии, преследования, давление и так далее. Инакомыслящим людям, людям, не согласным с действующими властями, нужны легальные представители во власти. Есть всего два пути для изменения власти. Первый – это выбор, второй – это вилы. Ничего среднего между ними нет. Все приходит либо к тому, либо к другому. Любая попытка вернуть страну в смену власти через вилы, как в начале 20 века, это гибель миллионов людей. Просто миллионов. Любые люди, которые выступают с призывами сменить власть через насилие, не понимают двух вещей. Или, если понимают, то это еще хуже. Первое, что это кровь. И второе, что очень важно. Любая власть, пришедшая к власти, извините за повтор, через насилие, будет управлять с помощью насилия. Большевики ведь тоже обещали земли крестьянам, фабрики рабочим, свободы. Все обещали. Только они насильники и преступники. И они пришли к власти преступным путем. Как только они схватили власть, они стали заниматься тем, чем, собственно говоря, и занимались во время прихода к власти, то есть массовым насилием. И для любой эпохи это правило абсолютно действует.
как бы ни было трудно представить себе, что такое возможно, нужно говорить о смене власти на выборах, какими бы они ни были. Люди часто говорят, дайте нам сначала честные выборы, и мы сменим власть. Нет, в нашей стране так не получится. Сначала честные люди должны победить на нечестных выборах, то есть за явным преимуществом. Просто за явным преимуществом. И тогда уже честные люди, став честной властью, дальше будут организовывать честные выборы. Других вариантов нет. Посмотрите, 3/4 жителей страны сейчас, по данным официальных опросов общественного мнения, в ЦИОМ, то есть это вполне себе лояльное государство, структура, заявляет о том, что не будут принимать участие в парламентских выборах. И только около 22,5% сказали, что точно пойдут. Что это означает? Это означает, что люди хотят отстраниться от этого государства. Пусть оно само катится туда, куда катится, но оно уже затаскивает, вовлекает вот в это падение по пропасти людей. Оно движется в сторону репрессий, и это вот как воронку, буквально как воронку, затягивает миллионы людей. Это большая иллюзия, что вы можете отпустить власть в свободное падение, она рухнет, и потом что-то чистое, свежее, новое возникнет, будет построено на этой земле. Так не будет. И вот эти 75% – это люди не согласны с властью. Если эти 75% не сидят дома, а приходят на выборы, то в стране сменяется власть. Арифметика очень простая. Да, это будет очень разноцветный парламент. Там не будет только партия Яблоко, там будут и другие политические партии. Но партия «Единая Россия» в этом парламенте будет в сугубом меньшинстве. Она не сможет принимать государственные решения. И мы на глазах увидим, как начнет меняться власть. То есть, если мы отстраняемся от власти, мы отказываемся от своей собственности. Люди забывают о том, что власть – это собственность. Вот я гражданин, я имею право голоса. Кому мой голос принадлежит? Только мне. Я кусочек государства. Таких кусочков 110 миллионов. То есть каждый голос человека – это его собственность. И вот 3/4 людей решили не пользоваться своей собственностью. Во-первых, придут другие и воспользуются, когда вы по своей строке в списке избирателей не получили бюллетень и не проголосовали. А во-вторых, если вы не влияете на ситуацию, то те оставшиеся четверть, которых все устраивает, или которых каким-то образом понудили, заставили, они и сформируют власть. И тогда ничего не изменится. Вообще удивительная вещь. Идет речь всего лишь о том, чтобы выйти из дома и прийти на избирательный участок. Не нужно совершать подвиги, не нужно идти на войну, не нужно проходить сквозь строй автоматчиков. Пожалуйста, выйдите из дома, дойдите до избирательного участка с родными, друзьями, сделайте свой выбор, измените страну, в которой вы живете, потому что уже нечем дышать. Пахнет только кровью и гарью, и больше ничем. Ну придите и проголосуйте, это же не для нас. Это не для политиков, не для партии, это для себя. Хватит голосовать за кого-то, за чье-то имя. Голосуйте за себя, за свою жизнь, за своих детей, за своих внуков. Потому что все идет к очень страшной ситуации. Да, должно прийти 50-60 миллионов человек, чтобы что-то изменилось. Ну так придите. Это не подвиг, это спасительное действие. Спасите себя. Просто спасите себя. Идет речь о спасении. И это нужно говорить всем людям. Идите и голосуйте в соответствии с вашими убеждениями. Будет другая страна. Если изменится парламент, будет другая власть, потому что сейчас власть настроена так, чтобы ни одна шестеренка даже не пищала. И если Государственная Дума оказывается гласной, пусть даже на какую-то часть, это вся страна увидит. Уже невозможно будет принимать в оглушающей тишине законы бешеного принтера, потому что невозможно. И десятки таких законов даже не будут внесены в Государственную Думу, потому что будет понятно, что будет большой скандал. Вот если посмотреть на цивилизованную законодательную программу цивилизованной демократической партии, в данном случае Яблоко, у нас есть список из более чем 100 законов, которые подлежат немедленной отмене. Это просто метла. Берете и вышвыриваете. Это все законы об иностранных агентах, все законы об ограничении избирательных прав, законы о нежелательных организациях, законы, которые делают причастными к экстремистской деятельности любого гражданина России, ограничение свободы слова, ограничение избирательных прав, насилие над собственностью, зависимость судов. Ограничение свободной экономической деятельности. Это законодательство, сформированное под полицейское государство. Его невозможно изменить. Его нужно просто убирать. Вот убирать и все. Это не корректируется. Это просто вычищается. И принимаются цивилизованные законы, если чего-то не хватает. Я вас уверяю, чтобы это было сделано, достаточно примерно полугода. Полугода. Это не десятилетие. Это не работа на века. Все известно, что нужно делать. Это делается за полгода, запускается механизм, и в течение года мы получаем цивилизованное законодательство, и ничего будет невозможно сделать.
Если у этой Думы стабильное демократическое большинство, способное еще и преодолеть вето и Совета Федерации, и президента, мы получаем противовес во власти. Мы получаем парламент, представляющий интересы людей. Очень редко сейчас вспоминают о том, что главная функция парламента – это представительная. Законодательная, да, принимают законы, штампуют. А главная функция депутата – представительная. Мы представляем своих избирателей. И это ключевое наше значение и ключевая наша работа. Вот об этом нужно напоминать люди. Посмотрите, 450 человек сегодня. Никто не представляет ваши интересы. Почти 20 миллионов людей проголосовало против поправок Путина в Конституции по официальным данным. Кто сегодня, кто из депутатов представляет интересы этих миллионов и миллионов людей? Ни один человек. Нам нужно сбалансировать власть в стране. Мы не собираемся открывать политические репрессии, отправлять в концлагеря тех, кто делает то, что делает, но этих людей не должно быть во власти. Просто не должно быть во власти. Они представляют ту политическую позицию, то политическое направление, которое ведет к крови. И в этом смысле у нас неизбежны вопросы о том, кто имеет право продолжать политическую деятельность, если эти люди судебным решением, если судебным решением установлено, занимались ограничением, унижением и уничижением прав и свобод человека. Нам необходимо задуматься о том, какая элита сейчас представляет Россию, кто эти люди, кого они представляют, как они понимают свою работу. И это мирный путь. Это никакие не казни, не расстрелы. Это мирный путь. Мы должны всем тем, кто находится сейчас в системе, с той стороны сказать, если вы не нарушали закон, если вы лично не занимались ложью и насилием, если вы не подписывали смертельные для людей решения, не обязательно лишение жизни, а не правосудные приговоры, не лишали людей свободы ни за что, то у вас будет возможность найти себя в системе нового государства. Но если вы запятнали себя, вы как минимум должны прекратить эту деятельность. Это не жажда крови, это желание спасти людей, и пусть они ориентируются на эту позицию, пусть они ее слышат и понимают. Потому что когда сейчас перед каждым из них стоит выбор, большинство из них делает выбор в сторону силы. Просто в сторону силы, потому что этой силой и есть власть. А мы должны показать, мы сила. Посмотрите, изменившийся парламент, мы сила, мы представляем народ. Вас кто выбирал? Вас никто не выбирал. Вас назначили такие же, как вы. А нас выбрал народ. Прислушайтесь к нам, пока не поздно. Вот о чем идет речь. Как ответить тем, которые говорят, известный тезис, неважно как проголосуют, важно как посчитают и что нарисуют. Идите и наблюдайте. Две вещи. Первое. Голосуйте только 19 сентября, в день голосования. Второе. Голосуйте на избирательном участке. Не играйте с государством в наперстке. Голосуйте на бумаге, ручкой, в день голосования. Потому что именно в день голосования наиболее значительные ресурсы гражданского общества по контролю за выборами. И наблюдатели, и члены комиссии с совещательным голосом, и журналисты, и кандидаты в день голосования в воскресенье в наивысшей степени могут защитить голосование людей. И второе, наблюдайте сами. Поинтересуйтесь, где вы голосуете. Вы гражданин, вы активный гражданин. Найдите политическую партию, которая ищет наблюдателя. Найдите Яблоко. На сайте Яблоко можно записаться на контроль за голосованием на любом избирательном участке страны, любом. Заходите на сайт, ищите стать наблюдателем, и ваша заявка будет направлена в тот регион, где вы живете. У себя на участке потратьте 12 часов. А если трехдневное голосование, и вы можете пятницу, субботу, воскресенье, потратьте больше, потому что это для себя. Кстати, до 6 человек может заявить кандидат на контроль за выборами, то есть по 2 человека на каждый день. Они могут меняться между собой как угодно, то есть закон это позволяет. Об этом нужно говорить людям. Записывайтесь, контролируйте голосование там, где вы голосуете. Сам факт присутствия наблюдателя на участке или члена комиссии с правом совещательным голосом меняет всю ситуацию, просто меняет. У нас были случаи, когда наблюдатель присутствует, ну, для сельского региона, такого как Псковская область, смертельная вещь – это выездное голосование за пределами избирательного участка. Как правило, по больным и пожилым людям. Их оптом записывают на это голосование без их ведома, сотнями, иногда тысячами. И вот едет наблюдатель вместе с такой группой, просто выезжает. Это конкретный случай на выборах 2018 года, это не придумано. В списке свыше 500 человек. И едет наблюдатель, смотрит, как этот список реализуется. В итоге голосует около 100 человек. Остальных либо нет на месте, либо они никого не звали и видеть не хотят. Вот таков масштаб возможной фальсификации. И, соответственно, таков масштаб роли контроля за выборами. Они хотели вбросить 500 и не смогли вбросить ничего, потому что эти 100 проголосовали под контролем, им никто не говорил, куда поставить птичку. Вот такова ситуация. Каждый на своем месте, гражданин, может повлиять на то, что происходит со страной. И когда критическая масса этих настроений станет преобладающей,
появятся политические результаты. А когда появляются политические результаты, общество вдохновляется. Успех вдохновляет. Вот чего мы должны добиться, несмотря ни на что. Лев Маркович, ваш статус на сегодняшний день? Я кандидат в депутаты Государственной Думы в составе Единого списка партий. Я кандидат в депутаты Государственной Думы по 207-му Холодинскому одномандатному избирательному округу, поскольку никакое решение суда первой инстанции не останавливает статус кандидата. Я также лидер списка Псковского яблока на выборах Псковского областного собрания депутатов. Я действующий политик, действующий депутат и кандидат. Спасибо за ваше время. С нами был Лев Маркович Шлосберг, депутат Псковского областного собрания партии «Яблоко» и кандидат в депутаты Государственной Думы России. Спасибо большое. Спасибо.